Где? Да, мясо жрать хочет. Он что-то не кусило меня. Вот это все, что осталось. Если вы мне не верите, то авторитетное мнение моей жены. Скажи, какие были крылышки? Очень-очень вкусные. Вот. Шикарно. Я не думал в этом году снимать дачные рецепты. Не до этого и жену он вывез. Вот видите, сегодня 16 июля. Первый раз на даче. 16 июля. Вы знаете, из-за чего. Но я и ни дачных, ни домашних рецептов не снимаю. Все, что выкладываю, это все архивное видео. Ну, может, какое-то это. И вот, ну, снимал я уже куриные грилышки, но тогда была только плечевая часть. А тут, видите, и такую штуку. Поэтому мы сегодня вечером ночуем и решили, я он сам себя полил костром, сделать на костре куриные крылышки. Это гуманитарные крылышки. Жена получила на своей работе, ну как на работе, на бывшей работе, потому что она с февраля месяца сидит за свой счет. Даже не за свой счет, а при остановлении деятельности предприятия. Вот, мы их помыли, вот такие они готовы. Сейчас я вам расскажу, как их приготовить на даче. Вкусно. Ну, надо слить сначала воду. Воду слить надо туда и заодно что-то полить. Куда воду слить, Ян? Ну это ж будет потом вонять. Ладно. Сейчас солью воду. Какое-то дерево. Да испачкал. Уронил. Да. Ну, как бы вот так. Слили мы воду. Хорошо надо слить. Ну, хорошо, но не сильно хорошо. Так, идет красный цвет. Все. Там у меня уже угли догорели. Быстро надо все это сделать. Так, как готовятся крылышки? В прошлый раз я заморачивался с маринадом. Сейчас я не стал это делать. Я купил два соуса. Вы можете любой взять. Сацебели, к мясу, барбекю, гриль. Я вам взял два сацебели к мясу и смешаю их. Потому что это немножко кисловатый, это в этом дохренища тягнули корицы. Так, и приправа. Лена, а где приправа? Приправа. Шкафчики там, где Мифина. Потому что там веток мало, оно все догорает. Приправа. Птица, смесь пряностей. Ароматная, главное, что она без соли. Состав. Паприка молотая, кориандр молотый, чеснок сушеный, чабер молотый, цибуля сушеная, горчичный порошок, перец черный молотый, перец красный молотый, чили, базилик сушеный, перец какой-то симуанский подробненный, гвоздика мелона, розмарин сушеный, перец молотый, какой-то подрибненный, перец кубаба подрибненный. Может содержать соль. Соли здесь нет. Что мы делаем? Мы берем немножко это все. Вот так присыпаем изначально и добавляем соли. Соль. А в чем была соль? Что мы ни хрена не готовили. Кстати, уже больше половины сезона прошла. Это, по-моему, соль. И слегка так подсолим. Слегка, потому что мы еще будем его обмазывать
соусом. А соус тоже имеет немножко соли. Поэтому я и не так много и этого, как его. Ну, вот этой фигни добавил. Кстати, тут попалась, видите, одна четверть. Ну, ничего страшного. Так, слегка мы это все сделали. И бегим к нашему костру. Бегим или бежим. Или, короче, подбегаем. Не надо никаких заранее длительных маринадов, чтобы там типа протеин разлагался. Потому что, что там в этих крылышках? Фиг да нифига. Решетку. И этот... Так, тут у меня из углей эта фигня оставалась. Так, вот и решеточка есть. Я просил этот кочергу. Так, кочерга. Первый раз в этом году мангал вытащил. Мало углев. Тут слива и этот, как его, лоза виноградная и, ну, лыча. Больше ни хрена. Так, ну, большой огонь нам не надо, что не сгорит. Огонь как бы средний. Это подкинул веточек для дыма. И выкладываем это в середину, потому что она дольше будет жариться. Наши крылышки. Обваренные приправы какой-то для птицы с солью. Двенадцать штук дали жене. 12 тебе давали, заяц? Ох. Мы это все в гуманитарку приговорим. Зарплату жена не получает, хоть что-то дали покушать. Спасибо волонтерам. Ну, придавили. Оставляем на 5 минут. Пока пойдем помоем руки и ведерочко. Что? Хрен его знает. Это гуманитарные крылышки. Это жене на работе выдали. Так, заговорили с соседом. Я уже два раза по 5 минут переворачиваю. Так, что мы берем? Мы берем соус один. Забыли. И берем соус мясной. Все. Берем кисточку нашу. Лицевую, или как она, малярная называется. И идем смазывать. Так, короче, говорит, идите нахуй. Так. Ого. Два раза по 5 минут, и вот такая красотища. Потом берем кисточку и еще обмазываем соусом. Меня видно вашу, Динкину и этого Динкина. Ну, точно, я перекрыла. А? Олега есть? Это мне
давал телефон. Я тебе как-то что-то мне было звонила, а он никогда не звонил. Вот так намазываем. Одну сторону. Да должен быть. Ну, проверить надо. На всякий случай. И переворачиваем. Это я первый раз в жизни сказал. Да у меня 0,99 вообще. Нет, он свой телефон. Не телефон. А. Да, думал, может, тут мало. Мой только запомнил, по-моему, завод. Да. Я тоже поменяю, но иногда... Так, бля. Я хожу, у в кармане такая маленькая бумажка и номер телефона. И с другой стороны. А, вот там он номер телефона. И сейчас еще. Да, уволился он. Тем более, как уволился, если он там и не числился. Так а толку оплатить коммунальный? Ну вот я проработал здесь, в теробороне, почти 3 месяца. Так, ну все. 2-3 месяца. Я отключился, чтобы лишнего не слушали. Вот так мы жарим. На одной стороне 3 минуты и переворачиваем еще на вторую 3 минуты после того, как помазали. Так, ну и вот еще 3 минутки с другой стороны. Вот такая красота у нас получилась. 4 штучки мы соседу подарили, это не вошло в видео. Так, и несем на дегустацию. Запах восхитительный, запах. Ну что, будем на улице? Ну. А есть это? Стол вытаскивать. Как стол вытаскивать? Давай пока тарелку, потому что я ж не могу держать руки. Да положу я сейчас. Коса была, то что черная была, темная такое. Что-то черная. С крылышками темную укусила жену в ногу. И... Ну теперь надо антидот принять. Пиво. Мужу большой бокал. Жене бокал поменьше. Так, вот такая красота наша. Закрыть. Закрыть. А куда я дел крышку? Надеюсь, они не сырые. Это порезал помидорчик и петрушку свежую. Ну, на запах. Восхитительно пахнет. А на вкус. Балдежный вкус. Это самый быстрый вариант приготовить эти вкусные куриные грилышки. Кстати, в описании оставлю первую часть, как я эти делал, плечевой сустав. А это тоже мотайте на ус. Хорошо. Ой, хорошо. Всем всего хорошего. С вами был я.